И последнее. Сегодня в Москве начались всероссийские соревнования, организованные для отстраненных от Паралимпиады российских спортсменов. Накануне прошла церемония открытия. На ней побывал Василий Посельский. Торжественное мероприятие состоялось по распоряжению президента России Владимира Путина в знак поддержки спортсменов-паралимпийцев. В концертном зале имени Магомаева «Крокус-Сити» собрались все члены сборной страны. Приветствовали участников министр спорта Виталий Мутко, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Очень важно, чтобы сегодня ребята чувствовали, что одна страна, одна команда, все поддерживают паралимпийскую сборную. И самое главное, чтобы каждый участник сегодняшней нашей сборной дальше продолжал тренироваться. Мы еще выйдем на международные соревнования, выйдем на паралимпийские игры и покажем свои уникальные результаты. Потому что российская паралимпийская сборная – одна из сильнейших мира. Мероприятие в поддержку паралимпийцев вылилось в настоящий праздник спорта. Принимала участие и делегация Республики Саха-Якутия. Праздник для наших паралимпийцев был устроен здесь. И мы видим, что люди в хорошем настроении, несмотря на те, которые преграды перед ними стали, они с ними справляются, и они полны сил и готовы к новым победам. Спортсмены-паралимпийцы выразили готовность выступить достойно в альтернативных соревнованиях. До завтра. Буду рад вас всех видеть. Скоро приеду. Ору и Айхал! Сегодня и завтра пройдут соревнования и мастер-классы по видам спорта, в которых примут участие и якутяне-паралимпийцы. Василий Посельский, НВК Саха, Москва.